Здравствуйте, меня зовут Долганина Ольга Андреевна, и я клинический психолог и когнитивно-поведенческий терапевт. И сегодня мы с вами поговорим про антидепрессанты. Как перестать бояться приема антидепрессантов? Страх перед приемом антидепрессантов крайне распространен. Многим становится не по себе даже при одной мысли, что ему придется посетить психиатра. И на это есть множество причин, которые порождены мифами. Если я пойду к психиатру, меня поставят на учет, и я даже права не смогу получить. Если я начну принимать антидепрессанты, я на них подсяду, и придется всю жизнь их пить. Если я начну пить таблетки, то стану овощем. Да вы вообще читали список побочных эффектов? Это же кошмар. Чтобы снизить уровень тревожности и страх перед приемом антидепрессантов, важно помнить, что это препараты, которые назначаются для регуляции эмоционального состояния. Например, снижают тревожность, уровень депрессии и помогают нормализовать сон, аппетит и физическую активность. Можно ли стать зависимым от антидепрессантов? Антидепрессанты не вызывают зависимости. Например, как это происходит от психоактивных веществ. Потому что механизм типичной зависимости основан на двух факторах. Первое. Эффект наступает очень быстро и воздействует на дофаминовую систему. Ту систему, которая отвечает за получение удовольствия. В случае же с психоактивными веществами необходимо постоянно повышать дозировку для сохранения эффекта. Про антидепрессанты мы такое сказать не можем. Второй фактор возникновения зависимости – это ощущения после препарата. Это могут быть или появление эйфории, или успокаивающего эффекта. В случае с антидепрессантами это невозможно. Препарат начинает действовать даже не через несколько дней, а спустя несколько недель приема. Именно поэтому мозг не может установить связь, и тогда зависимость не возникает. Другой момент касается относительно синдрома отмены антидепрессанта. И здесь важно знать несколько аспектов. Синдром отмены бывает далеко не у всех. И обычно это все-таки исключение из правил. Даже если вы чувствуете ухудшение в момент отмены препарата, доктор может замедлить отмену и сделать для вас этот процесс более комфортным. Еще один важный момент. Если вы не понимаете, почему вам назначен тот или иной препарат, вы смело можете спросить об этом у врача. Помните, вы можете знать, какой у вас диагноз и чем вас лечат.